Ладно. На первой фазе будет танчить Коля Юни. Далее. Синдра притягивает. Все стоят прямо под левой лапой возле босса, чтобы далеко не лететь. Давно все будут убегать. Не забегаем никогда выше лестницы. Поднимаемся. Вот, на первую ступеньку. Выше ступеньки никто вначале не поднимается. 85% Синдра взлетает наверх. Взлетела наверх, все мы стоим на первой ступеньке, убирается. 5 целей. В любые метки по 2 человека, в одну метку один человек забегает. Крест, квадрат, луна. Забегают все эти люди, наемники в ДЦСнике, если кто-то должна их засчитывать. Также на первую взлетку отдаст Ваня Массакру, на вторую будет Саша отдавать. На вторую будет Саня отдавать. Так, по 2 человека. Наеме обязательно их считаешь, Маша, Хотэйр, этих 5 людей. Все остальные поднимаются немножко наверх. Далее прячемся за меткой, метки до 20% подбиваем. И прячемся. 4 плевка будет таких, и Синдра спускается. Дальше 2 метки, опять под левую лапу, стоим, бьем. Также не набираем много стаков. Следим, особенно когда у хилов будет освобожденка. Не набираем много стаков. Далее начинается вторая фаза, на 35%. Все ДСНки становятся в квадрат. Первую-вторую метку выносим в трусы. Почти все будем метки, короче, выносить в трусы. Когда вам сказали вынести в ромб, вынесли в ромб. Медики будут отбегать в РДД-зону. Всегда. Первую метку мы сразу разбиваем, вторую там до 20%. Вадим хилит и перекинул его. Ну окей, давай. Тогда на первую взлетку Вадим отдает массу сокру, а на вторую Ваня. Кому обмен за фласками? Давай Сереге и Ване. Серега, это дестройер. ГБ поставьте тогда. Я раздал 11 штук. Поставил ГБ. Что, на давай, второй фазе. Кстати, сопрот, да, давай. Давайте, можешь. А что мы пьем? Сопроты, да? Да, сопроты. Сопроты. Ты хилишь. Не забывайте, милики всегда, когда сказали, выбегают в РД-зону. И все, метки правильно выносите, и дальше будет ты. А, ладно, можно. Так все под сопротами, правильно? Да, кинчи только... Там, Ваня, взяли сопроты? Кому кинуть обмен? Дестройер взял. Черепку обмен. Ну давай, без разницы. Титанов на квартире? Должны были. Мы бы пока подзабили его пока на раздачу фасок, чтобы ДСов купить больше. Там уже вроде отложили. Сейчас сделаем, да, так и будем делать. Все, пейте все саппороты, маск сломашьте. Так. А демон будет сейчас, или мне тотем ставить? Демона не будет, наверное. Да и столик. Не будет, да, Сань? Что, все? Ставь потом. Так был Дрэйвен в демоне уже. А, уже? Все, тогда не ставь. Еще обмен с ротами. Так. Только ты, Ваня, и Женек. Женек, выпей сопрот тоже. И Полинор. И Ваня. СС дать кому? СС-ы, отдай один. Давай Джан Ону. Будрэйвен из Морски. Эмобой закинь. Давай на Серегу. На Дестройеру. Все, возьмите столик. Первый раз дамажить будет. Не будет с вами уже. Будет. Походу. Будет. Будет? Ну поставь лучше рыбу дайте. Черный. Серегу. Саня, поставил. А. Тебе выноси метки, согласен. Короче, пизду, блядь. Короче, метки по меткам?
Метки первые, на первые, когда поднимается на взлетке, становимся на первую ступеньку, выносим не по меткам. Выносите, как вынесете, по два человека. По два человека следите. Если видите, что три человека бежит, просто лучше, что кто-нибудь влево убегите. Вот, видите, допустим, три человека влево бегут, не успеваете в центр третий убить. Просто вынесите еще одну лучше левее. Главное, чтобы не стали посередине меток. И второй момент. По три человека не стали, а то сразу всех убьете. Все, готовность на пул. Чего не хватает там обой? Здоровей. Бля, я не помню, кого я тебе называл. Так, Изморский закинуто, Ону закинуто. Ты тогда дестройеру, там. Четвертая группа. Еще раз. Готовность. Готов им бой, если готов, присоедини. Все, иди, Коля, гуляй. С рыбы. Да, отойдите с рыбы, начните все. Блядь, мобой. С рыбу. На рыбу сядьте и ешьте. Пока. Сели, быстрее. Хорошо. Ну да, первый раз бахает. Подошли под левую лапу все. Во фрейм босса не заходим. Под левую Галя. Не отлетала и хвостом бил. Следите за стаками. Стаков много не набираете. Но я им закинь мне ПС-ку по определенным. Бежали. Выше левой первой ступеньки не убегаем. Маш. Вставай. Ребафните Машу и по себе имир закинь. На первую ступеньку выше не поднимайтесь. Что непонятно, по две метки сбежали. Вон бежит третий. Хорошо, молодцы. Маш, отбеги, все заморозь. Маш, отойди. Но... Давайте падать. Ты отдал ему сейф, Вадим? Вадим. Не, проебал. Молодец. Окей. Дай, Маш, падайте. А что вы спрашивали? Я массейв давал, короче. Ты отдал массейв? Да, защитил. Значит, на ем еще не засчитывала. Давай, Войд, лучше ты в этого в лице. На ем прыгни. Там массакра должна спасать, там, скорее всего, кто-то лишний лутанул, три человека было. Ну, да, там Бону. Не, хотя нет. Не должна была на ем тогда сдохнуть. Да, я в удачный момент зашел на вайп ваш. Блядь. Сань, кто, слышишь, кто был в клепах, скажите? Кто умер? Сань. Да, 35 человек, но... Ага. У тебя метки так, стоят близко. На Йоме женек Дипси, я так понимаю. Вот те люди, ну, которые заходили в квадрат, те люди, которые заходили в квадрат, они стали немного правее, ближе к ним, чуть-чуть. Из-за этого ренджа хватило, и урон получили они втроем. У тебя бы один пристал, не, они как бы не умер. Ну, Джипси три раза склепа утонул урон. Я про это и говорю. Поэтому я умер. Ну, сейчас немножко переместим. Да там 15 метров поставь, не обязательно, что 10 метров ровно держать. Не, да. Сейчас поставим, пошли. Бля, все как было. Потому что, сука, проще людей, не поднимайтесь высоко, все равно бегут. Вот сейчас кто выше поднимется для первой ступеньки, сразу... Потому что вы заебали, блядь, подниматься высоко и потом бежать тысячу лет. Зачем вы забегаете наверх? Что интересно. Мир тебе. Крест и вон в чью сторону. Откуда? Че, по-моему, выбор падал уже? Не выбирал, да. Буля. Да. Одна упала. Ну, дайте угадаю, кто забрал. Не угадаешь. Да угадай по-любому. Не угадаешь. Попробуй. Че, неужели кто-то вообще левый? Ты ладно, Стас, сейчас пул будет. Да-да. Марс, ты заходишь?
Вой, ты прыгнул на цель? Она написала, а роутер прыгает. Прыгни за цель, Вой. Блин, я рано разобью тебя поставил. Еще раз говорю, сейчас любого, буду сейчас спалить, кто забежит вот выше этой ступеньки, сразу до меня, чтобы заебали сюда подниматься и потом теряться, куда бежать. Только просить, не поднимайтесь выше, чем вот эта ступенька. Вот, максимум. И потом 10 секунд есть, чтобы решить, куда бежать. Это очень много времени. Так вы начинаете сюда бежать, бежите вначале сюда и путаете сами людей. Ваня, ты хапали сейчас? Нет. Или что? А что мне показывает, что ты дал массакру? Или у тебя вред какие-то массакру? Я дал массакру. Я, походу, проебался и не докачал ее. Ну да, ты не докачал. Точно. Да. Ну, пока Маша перезаходит, если хочешь. Точно. Значит, ты... Сарканы же есть, да? Да. Сейчас я еще освобождение сделаю. Авокати Редтрик. Ну, мы так уже били Серега. Вроде Сань, никто не свакал. Сань, в коровник. Угу. Сейчас. Сейчас быстро слетаю. Yes. Можете сразу в шкаф ставить. Давай, давай. На первую взлетку, напоминаю, Вадим, на Сане ты на вторую. Отдаешь массей. Мастера урнолета и... массу кров. Когда глыбы, чтоб не убило людей. Поставьте шкаф за Смони, Ваню сейчас Маша зайдет и будем глядя на нас. Ваня, что там у тебя? Смонти. Давай один трай еще, лучше сатуны и сколбы и так далее, лучше его технику задать. Боль-то даст. Он пришел, я тебя засмотрю. Да, да. Как ты двери выламывают где-то. Ну, Вань, принимай ты последний. Три с пола выставлю всяко. Сейчас, по идее, не должно уже будет больше кушать, но на всякий случай все равно на рыбу не становитесь. Сядьте, поешьте, чтобы баб получился дальше. Все, готов. Все, иди, Коля, пуляй.
Сядьте рыбу заново есть. Все. Только не затыкайте. Все, нормально, урон не проходит, побежали. Лапку, лапку, лапку. Под левую лапу все. Закинь Войт мне ПС-ку. Да, пацан, это трепляшка. Бля, что ты на панели нету. Гадко. Браво. Бежали. На ступеньку первую. Да Марухич, блядь. Вставай сам. Ой, Лика, дашь, дай массакру. Ну, что ты стоишь? По центру, женёк, блядь! Минус ему дай, пиздец. Ты дурак или что? Что непонятно, по две метки становиться в одну... Блядь. Дальше БР Майлику. Майк. Ты как слушал, когда сказали по два человека метку, любую, без разницы в какую, по два человека, но не по центру, между метками. И иннерами. Сразу марш злей. Из Морски тоже злей иннер. Ничего себе. Мань, мань, пусть когда уходит. Скоро притяжка через 7 секунд, приготовьтесь. Бежали. Через 2 секунды воздушная фаза, задотайте ее. Дайте фридер по танку. Бежались по две метки. Хорошо. Остальные вверх поднимите. Молодцы. До 20%. По два человека, звенёк. Любую метку. Если бежит три, можно немножко в сторону. Никогда по центру не становится. Между метками. Кадама урон получил. Смотри аккуратно. Больше... по правой, там где 55%, подбейте. Левую не разбейте, там 10%, аккуратно стопните там пета. Блин. Разбивайте. Немножко долго разбиваем. Плохо подбиваем. Под левую лапу. Сейчас Вадим снова с тебя массакра. Так, чек дуйте. Ой, дай поездку. Беги, малышка, беги. Бежали, бежали. И Коля нажмей бомб. Сейчас кто-нибудь сдохнет. Мастер дал. Вадим отдал этот... сейф. Нужно, чтобы кто-то другой сейчас отдал на глыбы. Три хила освобожденка. У меня 30 секунд до массакра. Летите за этот, за стаками. Ваня, отдашь массакру тогда ты. Если Коля не отдал из бамбу, отдашь тоже. Я отдавал его. Я отдам массакру. Остальные поднялись. Свои сейвы пожмякайте.
хорошо. Блять, Вадима, надеюсь, захотали. На ступеньках перебежали. Спрятались. Между правой и центральной и левой глыбой. Подбивайте, подбивайте, чуть больше, только не разбейте. 20%. Ну, больше урона по центральной, там 73% есть. Глыбы. Разбиваем. Клево, сегодня глыбы разбиваете, да? Еще раз лучше. Так. 34 секунды и 7%. Будем, наверное, переводить. 6%, 25 секунд. 5%, 20 секунд. Переводим 3%. Все РДшники в квадрат. Первую выносим в трусы. Все. Все РДшники в квадрат. Кадама побежал, трусы милики все в РДДшник. Милики убежали в РДДшник вообще. Кадаму не захилили, блядь. Да, изморский БР по Кадаме. Следующую метку по-любому захильте. Изморские в трусы, все остальные мили. Зубы в изморского. До 20% метку пробейте. И не разбивайте ее. До 20%. Стоп, милики. Стоп. Отбежали милики в РДД. Ленор убежал. Ленор потерял. Разбили метку. Юля, уходи. Ленор. Уходи, Юля. Следующую тоже в трусы. Милики в РДД. Войд в трусы, все остальные в РДДшников. Ну, убежали быстрее. Блять, смотрите, по синтей не играйте пока. Разбивайте метку быстрее. Проведи ее. Вратку выбеги, Ром. Что за хуйня? Срывай, ну, из-за того, что босса кто-то затаунтил, я стаки не скинул, у меня 14. Пока тебе затаунтил. Да. Да вы чё, блять, зачем? Вы таун, блять, значил. На ретрике, нахуя таунт на ретрике, да? Он урон по глыбе наносит. Да какая разница, что он урон наносит? Да выкинь ты этот таунт, блин. Мне в тот раз за таунт минус 500 уебали. Да-да-да. Да. Несправедливо. Паша Буревестник. Паша Буревестник, ты здесь? Заходи, если здесь. У Рпалов, да. У ретрика. У ретрика, да. Забейте нахер на этот таун. Да не, Саня, это как бы нормальная тема таунты жать, просто надо не слакать. Потому что 15 тысяч урона с подпроками. Нормальная миссану вообще. Хотел мастера, да, миссану рядом стояла, бывает. Чем могу помочь? Спекайтесь в ретриков, кто вместо меня. Сацуна спекайся, давай. Есть. Паша, заходи, будь вечный. Поставь сюда. Ну то минус они. И кто там еще был? Звонок. Когда мы просто не прохили. Поставь сюда. Кстати, Полинор и Кадама фульные, по-моему, были. Ну, Полинор точно. Ну, нажмите еще кто-нибудь на шкаф, ну что вы? Купите. Паша, ты хоть так хоть знаешь, ё-моё, надеюсь, да. ДБМ пиздит, вот такой ДБМ. Что это вот, сорвался по боссу. У меня было 15 стаков лично.
когда на взлетке по два человека в любую метку. Выше первой ступеньки, не забегая. По два человека в любую метку. То есть, видишь, бежит три в крест, допустим, бежит в квадрат. Если Сань, не успеваешь в квадрат, лучше выбеги левее куда-нибудь. Да? Сань, слышишь? А? Сумани меня сейчас. Угу. Сейчас только сумани. Да, не мара, бегу. Так все то же самое, как в десятке. И больше еще и по глыбам играете. Слишком маленький уровень по глыбам, только не разбивайте. Готовность на пол, дебафните, дестройеры. Которые стоят две в одной, одну из них можете разбивать смело. Вторую не добивайте. Одну похуй. Лучше следите, если только... Скажем так, лучше чуть оставьте, главное не разбейте две. И скажем так, лучше так, как мы делали, чем разбить вообще. Поэтому в идеале добивать почти, там, до 20%. Но если не получается, то можно и под левую лапку. Вань, ты сейчас первый отдаешь стоит. Во фрейм босса не заходите только, а то будете отлетать. Когда мы не шлангу, тоже напуливал. Войт, закидывай ПС-ку. Остаемся здесь стоять. Не поднимайтесь вы высоко. Ну чё вы, блядь, бежите туда? Сбежали по 2 метра. Видишь, 3 бежит. Все, хорошо. Все остальные наверх. Ну вот какого хуя он сбрал? Сейчас скажу. Смотрите, между правой и центральной. Маша, дашь ему БР. Потом. Или у тебя есть встать в бета-тест? Я могу встать, да. Только не вставай, пока после этого встанешь. Я проебался, не нашелся. Добивайте. Под левую лапу. Даю? Вставай, вставай, вставай. Дебафните его сразу. Все. Стоимость. Кто с вами, ты не такой фиг? Притяжка будет. Ты зачем зеленку отдал? Бежаешь. Лещенко. Коля, нажми из баунд, кого-то зацепит. Ой, ну ебаная. Подними из морски, Мэйлика. Или бахнуть его. Да у меня почему-то твой БР никогда не показывает. Ну какая изморский принц скрин и скидываешь у тебя БР в КД. Я, блять, не верю. Я тоже. Ну и куда же ты побежал, Маш? Ладно. Кто шарит ДДшники, кто шарит, подбейте там буревестника тоже. Да, я его разобью. Не разбейте только метки. Я помогу тебе. За нами падаем. На лестницу, да.
добивать. Разбивать безопасное место, как казалось. Иннер, залейте по Маше и из Морски по Майлику. Просто реген ману, слышишь, Майлик? Я похилю. Нормально, пусть куда он, Иннер, тоже уходит. Тяжко. Побежали. На лестницу. Так, в ванне есть мастер-край или Саня? Кто из вас? Я там, я все там. Ну, это. Слева сейчас скреп разобьется, смотри, аккуратно. Добивайте, понял. Добивайте. Должны перевести, успеть. Первая метка, первые две метки в трусы, напоминаю, медики убегают в РПД. 4%, 3%. 15 секунд. Да, можно успеть. РДшники в квадрат перебежали. Двоит в трусы, себе зубы закинь. Все остальные в этом. Блять, ну... Не рискуйте так. Разбили. Кто словил? Долбоёб какой-то, который, блядь, играет рискован. Когда мы тоже в трусы, не в трусы, в руку беги. Перебежали все за ром. Быстрее, сюда. За печенька перебегите все. До 20% подбейте. До 20 только. Стоп, урон. Перебежали. Милики в ДРДД зону отбегите. Наёми, выбеги куда-нибудь в сторону, разбейте. Хорошо. Только и миликом не подбегай. Разбейте Наёми, милики. Так и спросит. Следующую в трусы вынести, все стаки сбросим. Я прожмусь. Выбегите все. Отбегите с трусов. Скиньте стаки, разбейте. После следующей притяжки будем Геру. Стойте, стойте, у нас стоки скинуть. Шнурки выбеги в ром. Я не скинул, охуенно вы разбиваете. Да. У меня 9 стаков, заебись. Падайте, хули. Так прячься за глыбой, скинь, ёбаный. Так какой глыбой, она... Саня, блять, вы ее разбиваете быстрее, чем мы скидываем. Посмотри, блядь, на свои стаки. На стаки людей, если ты, блядь, в глыбе стоишь. Ну я скинул уже, блядь, стаки. Когда потому что ты в глыбе, Карл. Ты в глыбе был, понимаешь? Блядь, сука. Чё ты ревёшь, во-первых? Во-вторых, я скинул стаки, когда мы за прошлой глыбой были. Тут сейчас как ты не скинул, я не знаю. Никто она сейчас за глыбой, скинул. Просто была еще глыба, обновился стак. А не то, что мы ее разбили быстро. Глыба слишком близко к боссу поставили. Да, походу. Да, 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 да. Она сквозь просто не сработала. Угу. А вы устроили тут вынизу. Может, ты должен всегда параллельно стоять в синдре, чтобы скинуть стаки. Параллельно глыбу, чтобы была через
скажем так, параллельно животу, тогда скидываются стаки, если ты стоишь так. Если стоишь где-то слева глыбы, то она не скидывается, понятное дело, что не будет скидываться. Да ладно, понятно. Ну так какого хрена я скинул, а ты не скинул? Рейди висело. На всем рейде висело, не будь непробиваемым. На мне было 9 стаков, а я стоял за глыбой и не бил ее. Зеленый, значит, двигай ближе к синей, к нам. Либо синдру ловить раньше, чем сейчас. Ну, я поймал ее позже, потому что она мне 2 стака замедла была. Я просто не успел после бомбы выбежать. Кого второго заморозило? Дебила этого, я который говорит, вы выбейте. Долбали уже просто. 10 раз, блин, но и тоже. Зачем до конца стоять и лупить? Сразу выбей, хватает всего. Всем здравствуйте. Здравствуй. Хитрый человек. Почему хитрый? Я пришел. Кура, она начала подпрыгивать, когда молчал, пока что потом не был. Ну, не было же раньше такого. Нет, бывает, притягивает, еще подбуки реагируют чуть-чуть. И у меня, блядь, постоянно, я типа, я стою в миле, меня подпрыгнуло, все уже бегут, то я, блядь, еще падаю. Что за дни? Нормальная тема. Саш, я нужен или могу пойти покушать, пока победать? Иди покушай. Все, пока, тогда здесь вы кричите. Именно поэтому живучесть Клыкара и решает данную проблему, что чуть-чуть больше времени отбежать. Прям под лапой левой стоял. Когда под лапой стоишь левой, никогда тебя не подкидывает вверх. Сколько раз стою, никогда не подкидывал. На всех персонально. Просто подойди впритык на краешек, не на краешек, вот фрейм босса, вот край ступеньки, это фрейм босса. Стань чуть-чуть вот так возле фрейм босса, и все, тебя никогда не подкинет. Ты думаешь, где я стою? Ну, я не знаю, где ты стоишь, я просто говорю. Окей. А с РПБС нет случайно? Нет. Фристобас дайте. Это в лужу кидать? Ну да. Может, за лицо рогу качнуть и сделаю РПБС. Ну-ка, дама, чё ты откашешь? Всех задерживаешь. Давайте вначале поставить босса. Ой, дай квест. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Я дам силы. Хорошо, молодец кто-то с блинком, красавчик. Эту глыбу можно разбить сразу. Черепок поставил. Кто в черепке, сейчас смотрите, вас выпустят. Разбили быстрее. Забивайте все. Смотри, там далеко кто стоит, по дыханию ходит. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь
оттяжка через 5. Подарок стоит. Молодец, ну чё, нажал зеленку, дай ему сразу минус. Заебал, каждый трай остается. Нет бы убегать. Нифига это. Настя волнен бы. Ну чё, подамажил этого? Чё, если чё, я здесь. Я с собой принес бутерброды. Майлик, да? Три человечка бегут в луну опора. Смотрите между левой и центральной. После перефазы из морской поднимешь трояна. Пускайте СС там также, если откатились. Че фак можно разбить? Уже все можно разбивать. Ну, сейчас хорошо разбили. Ну, поднимай. Дебаф. Трепещите, смертные! Ибо ваша шалкая магия теперь без... Это реально, когда БР не показывает из мозга. Меня тоже не показывает именно его БР. Четверный. Ну. Бегать, как вы любите, когда это делаете? Это он сдох? Я сдох. Саня, я буду сдох, я не буду бегать. Камера закрутила, блядь. Макса даст БР попить. Ребафните Петю, чтобы его не убило, если он на его метку кинет. Куда? Да. Ух, молодцы. Прям. Видите? Это тебе дать ребафу ДК? Смотрите аккуратно, тут без дот. Паша, ну прячься ты за глыбы тоже. Ну первый раз получается. За всем бегаешь, сейчас опять получишь. Последнее. Бегай. За всеми просто. Если не знаешь. Добивайте. Как. Должны успеть перевести. Двадцать секунд, 2%. Давайте в квадрат точно. Трусы, первая метка. Войт побежал, трусы, все милики уже убежали. Подбиваем глыбу. Ну, 4 секунды сбросить стать. Всегда успеваешь, стоишь ровно. Дальше следующее в трусы. Бульвестник побежал в трусы. Паша, быстрее! В трусы! И на себя милости луны, зубы ему. До 20% глыбу скидывайте все стаки. Спрячьте все, параллельно станьте. До 20%. Стоп, урон. Джипси, в ромбик выбеги. В ромбик. Ну и где? Спрячьтесь от милики, немножко назад отбегите. РДшники играйте пока по синдре, шнурки в трусы. К трусам не подбегайте никто. Куда бежишь, бета-тестер из Морски? Сыграли по трусам. 4 секунды сбросить стаки, как раз сбросим. Блять, не сибс. Все. Следующую в ром. Бейте мили. Бейте, бейте пока.
Идите разбивайте ромб, следующая в трусы. Послабже бейте, 2 секунды. Не успели. Нет, успели. Приветник опять в трусы медики убежали. Трусы. Засейвите его, массейв какой-нибудь нажмите. Сколько там скинуть, стакинг? Меня просто скинуть. Еще чуть-чуть, стоп. Нормально. Блять. Буревестник опять в трусы. Все назад отбежали. Так, заебали вот там ты жаль. Ну че, сука? Шенек. Выкиньте нахуй их с биндов. А че вот вы типа отбежать не могли или что нахуй? Вы что, совсем ебанутые, блядь? Нахуй вы под боссом стояли? 30 метров рейндж, блядь. Ренёк на замену, в пизду тебя. Рави, заходи, блядь. Через 5 минут смогу зайти. Почему не сейчас? На X5 чилишь, если да, минус получишь. Давай, заходи. Минус, я на замене сижу. Сейчас зайду. И что, вот именно, ты на замене, ну вот и все. 5 вот минут же у меня есть, чтобы зайти, сейчас зайду я. Вот заходи. Я вообще на рейд опоздал на 20 минут, потому что у меня свет, блять, офнут был, я только зашел. Все, не важно, заходи сейчас. Типа сейчас можно было бежать так-то, блять. Я не знаю, что вы, блять. Хуй пойми, нахуй. Хули вы под боссом стояли? Боссы вернули. Ну, а ты думаешь потом его обратно поставить? Конечно, потом блядь. Вынести в сторону метки. Глыбы потом две скинуть разбить. Стахи, которые глыбы... стопудово будут проебаны, ну, на всех висеть. И думаешь, вот кстати, мы бы убили сейчас? Слишком рано сдаетесь, я хуй знаю, блять. При том, что он под себя босс потянул. И начал кастить. Ну, куда потянул? Мы выбежали? Ну, куда ближе вперед, а остальные платформу? Чё? Прохладная история. На ступеньках вверх, вот сюда, блядь, я отбежал и стоял. И смотрел, как вы все стояли возле босса и думали, а, ну все, вайп, нахуй. Охуеть вы сдаетесь, конечно, нахуй. Я вас... Что, блядь, я вообще не понимаю, как можно на дверцинке там нажать, блин, это пощепить. В босса. Блять, как? Не скинь нахуй на вышке, нахуй, потому что ПС на ней лагает, нахуй. Вот так и можно и нажать. Какого хрена у тебя на мышке вообще там стоит тогда? Потому что, блядь, бывает, когда танк, нахуй, ложится, ебать, и приходится по простойку ходить и дотанчивать ботом. Поэтому и там стоит, нахуй. На панели, блядь. Вот и все. Все разумело сразу. Говорю, блядь, в итоге из-за ППС ебаный, блядь, сдавал танк. Я, блядь, ну не сразу... Ты сидишь? Что-то... Просто, Женек, ты его убери так, чтобы ты его не нажал случайно, чтобы никакой ФПС тебе не... Бля. Так. Окей, Тинет сдох. Только у меня Войт лагает. Не-не-не, у всех. Да-да, лагает. Да и похуй. Давай вместе пейте, Женек. Ну, брат. Да я тоже не доказываю ничего. Лёня, ты где? Если ты сейчас зайду, проверю, что если ты был на X5, я тебе даю минус сразу. Какой-нибудь БГ, это все проверится спокойно. За что? За сейчас что? За то, что ты не заходишь? Бля, я тебе что сказал? Убью, сразу. Блять, вот когда Петя на X5 данж проходил, мы 15 минут сидели, ждали его. И мне, блядь, 5 минут уже. Когда мы его ждали? Когда мы его ждали 5-15 минут? Напомни мне. Прошлое КД. Ну какой, в каком инсте, напомню. Ну я не помню, ага, в каком инсте. Потому что такого ни хера не было. Ну было. Давай было. Заходи быстрее, сейчас получше было. Не похер, что там делаешь, давай его. Да. Сейчас вас-то убил. Блять, да нахуй вам. Вас-то, все, короче, давай минус 1000 сразу. Вас-то он убил. Я не знаю, Саня, что ты терпишь? Люди играют на X5, пускай там и играют, нахуй. У тебя вон Марухич, бери Марухич и Женька и пошли бить, блядь. X5, нахуй. Идите туда, нахуй, и все, блядь.
Ну тут будем вас сидеть ждать. Слышно, давай заходи, блин. Слышно. Меня слышно, да? Да, поменяли. Все, у меня минус, все. Просто, походу, надолго и навечно. Я сгорел, так что все, меня сегодня не ждите. О, Петя, ну, с одной стороны хорошо, с другой плохо. А как же Петя Глора? А теперь лагает, нет? А что у нас за вайприта всего 300? Алло, лагает? Алло. Нет. Нормально. Рот ебал X5 нахуй этот ваш, блядь. Ну, я тогда не... Нафиг я на замене сидел, типа. Чувак, тебя ждали 15 минут, ты на приколе или что? И 15 минут, я 5 минут в инсте был. Не, ну ты такой на спокойно так говоришь, я вот сейчас доиграю и зайду. Ну ты серьезно, на полном серьезе это рассказываешь? Тут 25 человек. В смысле? Сидит, вы мне сказали зайти, я сказал, так зайду через сразу. 5 минут, типа. Какой 5? Ну тебя 10 уже ждут. Всех подыграет уже, понимаешь? Не могли вы меня 10 минут ждать, блядь. Я по фласке даже сидел, ну максимум там может 6-7 минут я сидел, пока релодился. Не спорить даже с ним, короче, если такая хуйня у тебя будет, просто можешь сам ливать сбить. Все, я тебе сказал. Либо я тебе сказал. Заебали, вы собрали фулл рейд, блядь, я пошел, блядь, ППшки проходить, в чем проблема? Взяли бы меня с самого начала, я бы никуда не пошел. Заткнись, короче, во-первых, ты сейчас был нужен. Тебе сказали, заходи. Ну, я зашел. 5 минут, даже ты не 5 минут был, если на то. И сейчас мы еще стоим, ты сейчас споришь, вместо того, чтобы тратить время на трай, давай. Давайте лавку приставав поехали. Рыбу подставь себе еще. Рыба уже была. Она самая. У меня нету рыбы, я не поел. Пойму и повернул. Подними. Что ты не вернул. Ну тогда босса убиваем, я ливаю, типа, пойду гулять, типа, тогда. Как причина какая, ты пойдешь гулять? Ну, гулять хочу. Ну, тебе просто не надо это играть, все, правильно? Короче, просто давай ты ливай из гильдии, да и все. Женя, заходи, пизду тебя. Нахуй такие люди. Не, ребят, сейчас слушали, это вы не правы. То, что он сидит на X5 играет, вы не будет правы, то, что он сзади помоги. А то, что он ходит, ему надо уйти, просто по желанию уйти. Ну, здесь вообще неправильно будет. Потому что с таким отношением, типа, вот тебе минус 1000, минус 1000. Лень, тут ты не прав. Ты пошел в ППшку, когда мог в любой момент тебя позвать. Здесь Саша прав.
Здесь ты хоть да, можешь перестраться. Я уже весь меня вытащил, я кофе зашел. Налил, он нет, уже я сразу, зашел. Я сижу на X5 играю, я сейчас профессию. Ты сидел в инсте, сразу зашел. И сразу зашел. Ну. Не надо придумывать. Все, Женя, заходи, иди, Леня, все, пока. Если бы в начале инста сказали бы, я бы ливнул. Короче, все, иди. Нам может еще 24 человека сидеть спрашивать. Ты сейчас там закончил, ты пойдешь какой-нибудь? Я пойду гулять, здесь. Ты прав. То, что ты идешь гулять, короче, как бы, и все. Иди на X5 играй. Все, пока. Как хотите. Как ты хочешь. Я тебе что сказал? Тебе дали шанс. Ты не продолжай свою песню. Я сказал, что через 5 минут сказал, зайду, ты сказал, хорошо, я зашел, в чем проблема? Я не говорил, хорошо, не пизди, я сказал, заходи сейчас. Нет, сказал, хорошо, типа. Есть кто запись сделал? Вообще, есть видео записывается, не знаю, там, если вам интересно, потом посмотрите, блядь. Вообще, ты сказал, хорошо, заходи, типа. Только лайки ставьте там, блядь, подписывайтесь, на хуйню там, блядь, донатьте, на хуйню. Саня, мне жалко, как спекнуться. Да, давай, Женя, похили. Кстати, саппорт кончается, что-то надо саппорт походу. Ну, надо перепивать. Давайте обмен, кому там еще саппорт нужен. Нет саппортов. Кидай Ванину и Серёге обмен. Там есть саппорт про. Да, Иван, не скажу. И нет уже ни саппорта, Ваня бери. Он брал. Три фласки на саппорт осталось, кому надо. Дайте одни. Все, я готов. СС раздать. Ничего не поменялось, то же самое, бегаем. Да, да. Все. Еще не хаваем рыбу, да? Она не бьет? Не бьет сейчас. Тогда у нас один. Один, Коля, ты тогда на вторые глыбы, именно глыбы, не на притяжку, а на глыбы отдаешь из балла. На первый Ваня отдаст. И на глыбы, чтобы никого не хлопнул. И кто-нибудь еще мастера урна лед. Давай. Я отдам. Давай. Хорошо. Когда мы не забываем. 15 тысяч, блядь, шнурки, это ебало с удара. Освобожденка на скибиде. Опа, там 2-0. Ты один. Скилл, освобожденка. Притяжка 5. Сюда и этот войд. Беги, малышка, беги! Ну чё ты стоишь, троянский, и лупишь? Ну вот, блядь, напрягаешь лишний раз его. Вот, беги. Понятно, будет так все напрягать. Это механика. Это ДК. Один в луну с центра, быстрее, блядь. Ну, блядь, да. Да. Супер фло. Потеряшки, блять. Я БР не пока что. Саня, не расстраивайся, соберись. Нормально. Знаете почему? Потому что опять высоко забрались. Саня, оставь булки, все будет нормально. Принял удар. Разбивайте быстро. Изморский БР Войда. Блять, Саня.
речь. Давай, захил ребаф. Оно из морски поводит до инера. Заебал же своим, сука. Каску еще дайте. Ближе подойдите, кто далеко стоит. Фляжка будет скоро. Пролетел. Что, Кать, должен будешь? Появи фридом сразу. Да нет сейвов, надо респаун. Простираем там, да. Нормально, извини. Между центральной и правой, осторожно. Справа близко. По правым больше, по центральным стоп. В центре падает. Одна справа почти целая. Разбили. Стаками осторожно. Чуть ближе встаньте, тяжко скоро будет. Бежим. Да, если Троянский сдохнет, минус нет, ему все ИП сразу, который у него есть. Будет ошибка, Сэд. Так и так. Ты... Не, ну не нафиг убегать. На что? Потом обсудить. Потому что я ему уже 10 раз сказал отбегать, а он все равно не убегает. Этот черепок можно разбить, только один. Вторую не разбейте. Ладно, вот это. Разбили, разбили. Можно в квадрат сразу. Вот. Милики ушли. Приебили зубы по себе. Сразу разбивайте. В центр поставь, я в центр. Чуть левее. Левее. 20% не разбейте, обидите назад. Разбили. У Дрэйвен в ромбик выбили. Юй, меня.
Разбейте милики ромбик. Дестройер, выбегай. Не разбивайте, не разбивайте. Разбили. В морских трусы. Убивайте из морского сразу. Следующую в ромб выносите. Ничего меня разбивает. Следующий метку. Стоп по ней. Следующих трусах до 20% наеми людей. Прожми. Прожмите там. 20% спрячьтесь. Отбегите милики назад. Разбили бета-тестер в ромб, разбили, дали Геру. Освобожденка. Дали Геру. Ну, милики, идите разбейте бета-тестер. Не, она будет стаки там. Все. Не разбивайте, не разбивайте. Следующие трусы. Разбили. Пацаны в трусы, милики в РДД зону. Пацаны сразу разбиваете. Я 50 прожал. Саня, если есть, дай мне капну. Следующую в ромб выносите. Скибиди в ромб. Зубы дал. Идите ромб разбивайте, смотрите, Серега скажет, если 100-100 на ромб. Пока что бейте, бейте. Следующий в трусах до 20%. Сбит. Не разбивая. Наеми в трусы, засейвите ее всем, отбегите от трусов. Теперь все отдайте в нее, сейвы все. 20%. Отбежали милики назад. Радешник чуть подыграйте, только не разбейте. Вначале. Разбивайте следующую ромбу, все остальные тупо по синдре играйте. Женя в... Ромб. Все, добивайте синдру. Враска, выбеги куда-нибудь. Выбейте враска. Санька, не надо расслабляться. Не хватало меня, блядь, здесь. За сколько КД, блядь, упала ТСК, да? Просто в этот раз никто не таунтил. Красиво смотрится. Не знаю. Зашел, все убили. Ой, да ладно тебе. Талисман, блядь, пришел. Что тебе показалось? Парень, сейчас уйду и вылечаю, блядь, будете бить, блядь, целый час или не убьете. Ну да. Все, пошли, блядь. Пойдем чевалик убьем. Нахуя они, блядь? Вы что, бегать не умеете? Нет. Сейчас покажу. Кто не умеет, встаньте, вас присумонят. Это так не работает. Смотри, сейчас понятно, смотри. Давай. Плечка хорошая. А, да минус саночка подала. Минус 300. Сходи. Ем нет. Ну давайте убьем. Сейчас, давайте убьем, давай, идеально остановимся. Маша 250. Даже Геру дайте там попавших, кто умирал. Значит, Саня не умеет бегать. 250 раз, 2, Маша 3. Окей. Не на Санечке кто-нибудь, Маша. Давай, Иван, ты. Или Вой. Здорово всем. Здорово, заходи, Санечка. Заходите. Войт. Конечно, ты прям сильно нужен. Да я торопился с города ехал. Бета-тестер раз, два, буревестник 500. Давайте там увеличить. Так, смотри, с каких 700, если старт 1000 вообще? Ой, 700. Полторы Полинор, давай с этого леса, пляжа. Да, есть что-то больше? Две с половиной. 3.
Три раз, три два, три три. И еще один токен. 700 старт. Джипси 700. Раз. Полноемы полторы, джипси две. Три. Четыре. Давайте там батл быстрее. Сань, на минуту отыграл. Окей, все. Четыре, пять. Пять. Давайте. Давайте, ребят. Пошли, Негмин. Так что плюс-минус, Алина? Берешь, да, нет? Нет, все, окей. Сейчас ЕП часть натурой. Плюс-минус. Кредит. Так. Что там? Джипси, по-моему, есть. Сейчас Саня зайдет, да. Саня, давай в ДЦшника, войд в ШПшника. Леша, отними себе минус 5 тысяч. Ну, уже отняли. Че, я могу сесть на замену, Сашка войдет, нормально все будет. Хватает. Ой, Женька, оставайся. Ты талисман, мы без тебя не убьем. Да, ты сам сказал, что талисман. Теперь сиди. А, ну слушай, так. Талисман надо платить. Нихуя. Каждый, давайте каждый по 100 ЕП, бля, скидывайтесь. Войд, буревестику еще 3 минус они. Ты за идею, Женя, ты за идею. За идею, за еду, блядь, за рыбу. Как зафиксировать Вуду? Что Вуду? Зафиксировать на месте, чтобы не передвигалось. Открываешь Вуду. Общее. И там будет. Попротами остаемся, да, Сань? В нижнем левом Подожди. Углу закрепить панель. Поставь галочку включено. Брашка, нужно что-то с босса тебе? Если да, то встань. Спасибо. Брашка. Так, окей. Джипси, наемник, какие шмотки с босса нужны? Кроме токен. И чё? Пуха, пуха, какая пуха, кидай, Галин, Алина. Дробяшка одноручка. Дробяшка одноручка, выпала дробяшка одноручка, 700 старт, давайте. Раз. Джипси 7500, ставишь больше, Алина? 80, джипси на замену, Мавар в рейд. Войд. Сюда. Далее. Дексиону бы еще взять нормального дома. Можешь меня, Сань, заменить? Мне тут ничего не надо. Не, тебя выбил этот. Просто лайк. Ты клятву забей. Клятву заебись. Да. Просто мне надо брату температуру смерить с этой минут 5. Иди. Давай, я еще подойду, если вы мне еще тактику будете рассказывать. Окей, окей, иди.